Канализационно-очистные сооружения в Сургуте готовят к масштабной модернизации. Многие коммунальные системы города были построены несколько десятков лет назад и уже не вполне соответствуют актуальным экологическим требованиям. КОСы первыми встанут на реконструкцию. Это проект с федеральным финансированием. Масштаб инвестиций более 2 миллиардов рублей. Старт уже дан. На одном из российских предприятий начали изготовление необходимого современного оборудования. Основные работы на месте начнутся весной. Курировать ход модернизации будет департамент городского хозяйства. Реализацией проекта займется Горводоканал совместно с дирекцией дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Генеральным подрядчиком для модернизации КОСов в Сургуте выбрана крупная федеральная структура группа «Энергострой», которая имеет положительный опыт воплощения в жизнь подобных проектов. Сегодня вектор администрации города и задача, поставленная главой города Андреем Сергеевичем Филатовым, это курс на модернизацию наших систем. И весной, я надеюсь, что мы здесь все встретимся для того, чтобы залить первый куб бетона на новом цехе ультрафиолетового обеззараживания канализации. Вектор на модернизацию и на обновление наших и теплосетей, и водосетей. И в планах у администрации наконец-то решить вопросы и с ливневой канализацией, и с очисткой дождевого стока.